Да, не электрон, но жиковский кислород, как он. В смысле? Погоди. Осыповая. Так, ребята, кто проверит мой стрим? Вообще работает он ли? И песня работает? Я сейчас проверю. Сейчас проверю, подождите. И как, в принципе, песня? Сейчас майора возражу, который хотел мне провести проверку, а в итоге сам был. Сейчас я ему проверку дам. Сейчас я ему проверку дам. Как я тебе говорил, то что жди. Если я сейчас позову несколько человек, ты просто не выжить. Реально, так YouTube надо, да? Сейчас. Сейчас я готовлюсь, Кто какой готовится? Пускай он залезает в свою дырку. Все равно сейчас его будем в попку пройдить. Ба! Взлетаем! Только не разбиться бы. Я готов. Стрим, тихо, стрим работает, подождите. Музыка не громкая, самое главное, да? Музыка нормальная. На подарок бабушке 5000 гранаций. Ну вообще-то да, плюс робоксы. А что ты хочешь? А? Бабушке подарить такое дорогое. А это секрет. Что, кольцо прям бриллианты? Ага, занимайтесь. Все, ты где, Вовка, Вовочка? Не надо, пожалуйста, ну я только люк починил, мне майор опять сломал. Ты где вообще? Я? Я около бункера. Я тебя забираю. А... Ты у нас кто? А, ты, подожди, стоп. А, ты Браво, нифига себе. Там ближайший взял. Он уже в дырку свою засунулся, так что давай, я у тебя, быстрее поднимайся. Если что, я выйду с фракции, чтобы вы не могли меня видеть, и я вас не мог видеть. Ливнул с фракции, ну все, хана. Нет, это для учения, На самом деле мы его не вернем, ребят. Такой сейчас чисто не пон. Не понял. Что? Все, мы тут. Реальность? Или же это фейк? Это пранк или пранк? Это прокачай, пожалуйста, базу, ну так невозможно. Ну как мы тебя будем рейдить, если базы по сути нету толком-то? Это прикол. Это что, змея? Нет, это фото. Давай, прокачивай. Прокачивай вот это здание центральное. Центральное здание прокачивай. Хотя бы крышу, а? Крышу прокачай. Нема людей, нема. Вообще нет никого. Где? Ну, на стриме моем. Как у меня? Зашибись. Не, я помню, актив был 15 человек. Я там так разговаривал. Че, я готов? А вы готовы, дети? У меня максимальный актив на стриме 30 человек. 30? У меня 15, наполовину меньше. Ну, я прокачал вам крышу. Все, седа. Вот смотри, твой большой минус, мы тебя уже убьем, могли бы убить. Чекай его, чекай. Снайпер его, у тебя снайперка есть? Нет. Бля, хомуха. Он сейчас пойдет сзади, чекаем его. Ну, делать, в принципе, он все правильно. Так, раз. Чекнул. Два чекнул. Сбежал. Вычекивай его. Только не забываем, мы в его дом не зайдем. Только балуем. Заметил третий. Он на третьем, да. Чекай, я зад. Чекаю. Жопочку. Сейчас проберусь, подожди. Он опять дымовуху дал. А так я по нему уже попал. Мне кажется, он сейчас откидываться будет. Так, я уже... Работает спецназ. А где он? Как вы его там найдете? Вот так куча мусора. А вон он. На крышу! Вылез! Бей. За ним. Что, вниз ты? Слева? Он под водой. Чекай под водой. Под водой чекает кульбас. Чекай под водой. Мне как-то спрыгнуть. Так, ладно. Заметил. Все. Вперед. Где он всплывает? Все, я его скин вижу. Ему не убежать. Интересно, где он? Ему так не убежать. А, быстрей. По мне чуть-чуть не попал. Да ё-моё, вот это прикол, имба, сейчас. Воду стреляй. А я ее не вижу. Вот это.
Он под низом, прям под низом, туда. Он плывет снизу. Да всплыви ты, алло. Я тогда не вывезу, если меня эти... Прям на дне плывет, да, вон там. Я вижу его. Да он далеко не убежит. Вон. Ау. Есть. Да все. Пошли, пошли, пошли за ним, пошли быстрее. А зачем мне бывать? Все, теперь он против нас, против семьи пошел. Все. Кстати, это для не Вовочка. Зацени мое новое оружие. Ты где, Вовочка? Вовочка, Вовочка. Я за ангаром. Скоро ты с ума сойдешь с этим стволом, дайте да? Дайте мне флаг обратно. Дайте пригос. Шмаляем, пригос. Шмаляем, шмаляем. Не попало вообще. Какая тренировочка? Это реальная жизнь. Реал лайф. Прикинь, вот так ты один на серваке, я тебя пушу. Да-да-да-да-да-да. Как меня. В принципе, это было со мной так же. Так, Вовка, я за... Вова, я тебя научил как пробираться. Я его спереди караулю. Он, скорее всего, назад пойдет. Он сзади, он спрыгнул. Вперед, за ним, за ним, за ним, за ним, иди, за ним, иди, 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 я догоню. Тихо, 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 где он? Все, бегу, 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 бегу. Чек, 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 зад. Походу под водой сейчас будет. Чекай от третьего лица, чекай от третьего лица водичку. Водичку. От третьего лица чекаешь, начекиваешь. Он там под водой полюбасу, взад будет отходить. Угу, что-то мне это не нравится, да, там, гляди за ним. Ты он где? Под водой плывет на самом низу, он там перед. Ага, заметил все. Где он там, далеко? Да, очень. Что он там где? Я не знаю, где я. Честно, я не знаю, где я. Чувак, он тама. Где тама? Тама это о, где? Вот. Нет. Тебе показалось, он не там. А где я? Где я? По-большому. Под водой? Ну, под водой то, что это ты факт. Знаешь, что он сделал? Иди-ка сюда. Я, кажется, уже догадываюсь. Не знает, где он. Жалко, что я не могу посмотреть свой чатик. Что он там, бункер залез? Наверное, нет. Ну, давай попробуем. Давайте, давайте. Бункер был открытым, по-моему. Пытка, или не он пытка, его да. Да, он был. Он просто закрыл, чтобы типа мы... Чтобы он типа там, но он там. Готовься центр, гранаты типа. Принимать. Гранаты туда готовься, если есть. Не, нету. Вообще. Тогда смотри, знаешь, что делаем? Смотри. Смотри, он дыма ухнил, там дыма. Там дым? Ну, вообще-то дым тут, вот. Нет, дым тут и там. Чекай, 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 чекай. Ломай все тут. Ломай, 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 ломай. Я пока гранаты возьму. Точнее, просто возьму. Мне кажется, он вот здесь. Потому что дверка закрыта. Ну все равно тут много дверок. Так, ладно, окей. Чисто. Так, последние, последние пули, последние пули. Давай, сейчас, 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 сейчас. Так. Дрели мне не ломайте! Ломай. Он увидел, он увидел. Ломай, ломай. А ему сообщение приходит. Ему сообщение приходит. А-а-а. Давай, 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 быстрее. Вычекивай, 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 иди. Пошли, 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 быстрее. Сейчас откроется. Ломай пока там. Я пока ломаю тут. Вон, вон, сидит. Давай, быстрее, 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 мужик. Меня положили, 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 положили. Подними, подними, подними. Пойдешь пушить, а мы тебя убьем. Я тебе сейчас дам. Тебе поднимай, козявка, мы тебя убьем, зарейдим. Зря ты это сделал, зря. Просто зря, чел, ну зря. Сейчас ты пожалеешь. Ядерка гарантирую. Пойдется одной. А? Че я? Этот раз я подготовлюсь. На этот раз я нормально подготовлюсь. Так, щит отключи уже. А, ну ему уже хана. Так, возьмем вот это, возьмем вот это. А, что еще возьмем? Возьмем пару гранаток. Так, у нас кто? Он Зулу? Кидаем, окей, все, погнали. Сейчас, сейчас.
Сейчас я будем пробовать, переживу ли я. Вперед, бункер, быстрее, бункер, выезжай, бункер, 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 быстрее. Вылетаем к нему. Он на меня сбросили, я Юрку. Мне конец. Летит так, уже. Летит. Быстрее, быстрее, быстрее. Езжай к нему, лети к нему. Что делать? Я понял, понял. Просто выдвигайся на всем, что есть. Просто все бери. Все, что есть, вертолеты любой, просто выдвигайся быстрее нужно. Все, убило. Есть, пошли. Уйдешь в воду, гей. Равно гей, понял? Так что не уходи в воду. Я немного по-другому сделаю. Он уйдет с базы. Да! Не получится, я уже... Ну ничего, я уже на подъезде. Я тоже. Он не выйдет. Мы его тут караулим тупо. Я чуть-чуть перевернулся, ничего страшного. Так, когда видосик будет? Видосик? По поводу видосика, что, ребят, у нас? Насчет, так, радиоудар, страшно. Радиоудар, радиоудар. Видосик-то будет, видосик будет. Радио... О, что там упало, что там упало? Это я уронил. О, вижу. А, это ты. Я подумал, уже он. Все, я ему сломал. Все, понятно. Экстракторс. Надо знать, где он, я ему с РПГ заряжу. Если он в водичку прыгнул, значит гей. Немного поумнее сделал. Поумнее. Мне даже интересно. Да в натуре тоже интересно. Что он такого умного мог сделать? Слышь, а ты за нами следишь? Может быть. А, следить, значит. Вычекивай каждый дом, каждый уголок следи за уголком. Он в бункере может быть. Может быть в базе. Пойду бункер проверю. Нет. Я в бункере. А? Пойди. А, не в бункере. А он все тут по это нормально. Починил? Да, он починил, он где-то здесь. Сейчас я мы начнем бун... эти. Сейчас честно, мы начнем ломать. Честное слово, я не в бункере. У меня есть РПГ, интересно. Высматривай каждое, все. И вертолетную площадку высмотри. О! Я им доломал нефтяные. Нефтяные. Кажись, я понял, где он. Либо в хате, что скорее факт, спрятался в уголку. Слышь, я понял, кажись, где он. Но это не 100%, это не 100%, но я понял. А посмотри-ка эту ядерку, херню ядерную вот эту, он не там может, а? Типа, где вот слева, а, вот ракетные. Где ядерки? Вот слышь, ядерку я а смотрю. Тут, я знаю, туда можно пробраться просто. Так, чуть-чуть. Сломаю. Я очень красиво ушел. Ой, прям красиво, да? Да, прям красиво. Да он за нами наблюдает. Ну он в водичку прыгнул, я тебе гарантирую, он гей. Я не мог уйти в воду. Мог. Не мог он. Прям сразу поверим, да? Да, в натуре. Я сейчас глищи пытаюсь сделать. Мои любимые. Так, я ему сломал дверь. РПГшечка. Чё, где ты, крыса? Где я? Я не знаю где. Стопудов где-то. Ладно, так уж и быть, я вертолет на мангаре. А-а-а, закрылся. Там ничего нет. Я посмотрел. Да понял. Давай посмотрим. Реально он там. Он походу. Брат, стой тут. Не РПГшечка. О, так у меня же это. Снайперка. Стой тут, я тебе говорю, я кажись понял. Я как бы снайперка. Мне кажется спалили, Давай окружим. А сзади есть выход? Я понял. Где я? Горячо, скажи, влитка или горячо? Да он не видит же. Но он видит нас. Нет. Подождите, дайте посмотрю. Ну что-то он, мне кажется, в лоб будет. Может почекать всю базу, всю. Его там нет, он... Но меня не найдёт. Слушайте. А может он к вам пошёл? Вот так типа. Там же по-любому типа есть. Да в натуре. Проверь у меня базу тогда. Ладно, хорошо. Сейчас перезарядку пока сделаю. Он не мог двери открывать. Но у меня и сообщения не проходили, чтобы что-то ломалось.
Ну, может, где-нибудь. Я убегаю. Опа! Я сейчас бегу со всех баз. Я сейчас круг делаю. Если честно. Круг он делает. Я реально круг делаю. А что, он ко мне побежал, что ли? Нет. Хотя он не мог так быстро. Угу. Скажи, дай подсказку, хотя бы как место выглядит где-то. Что ты видишь? Такое пустое. Пустое. Прям пустое-пустое. Прям пустое. Он ушел оттуда. Он ушел со своей базы. Да, я ушел со своей базы, можете кто там... Бежит? Опа, а кто-то бежит? Прям... Дед. Что там? Где ты? Где ты? Где ты? А, это с тобой. Я хочу все просто. Разворачиваться, 360 делать. Я готов был 360 развернуться. Ой, я реальности где угодно. Сейчас, подожди, надо заехать сначала. Подтолкну, подтолкну. Где-то укрыться, чтобы вы меня не... А если вот здесь, здесь правнее? Но я не на базе. Там, не там на базе. Вот я здесь, не здесь. На своих баз. Вот отвечаю. Куда? Если где? Не гей, то скажи честно, где ты. Что? Если не гей, скажи, где ты, честно. Я могу подсказку очень хорошую дать. Ну, я дай. Не на базе, но рядом с Браво. Криса? Ко мне он пошел. Я рядом с Браво, но не на базах. Ну что, там мне какие-то уведомления приходили, целых два сразу. Почему-то. Какие, какие? Oil Droil? Ух ты, господи. Нет, Oil Boil, что-то такое. Поехали. Да, приходили. Oil Boil, это когда бочки палятся. Яма, ты у меня на воздухе летишь. Ты чё, да, читер? Да, я знаю, я сижу, я, оп, слетел. Чё, поехали. А у тебя чё, читы, скажи честно? Нет, я сижу, нормально. У меня нету. Если стрим смотреть сейчас, то в принципе, ничего не будет. Читы. Прикиньте бы, я бы сейчас со стримом, вы бы могли меня со стрим снайпить. А, он же мог, может смотреть. Нет. Он же может смотреть меня. И меня. Он может, да, естественно. Садись, седай, 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 это быстрый ханзи. Ну, браво, значит, вот. Так браво. Ну, окей, если он за свой базар готов пояснить, то поясни. Ну, я уже, может, убежал. Нет, 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 только не взорваться. Слышь, тут, слышь, много есть таких прикольных штук. Я показывал, когда. Но я вижу при этом вас. Он нас видит, значит. Чё, птичку? Птичку высадил, да? Короче, бери. У тебя есть верт? А, нету. Еще нету. Я вот готовлюсь. У меня вот 93% к следующему ребитку. Видит он нас, говорит. Ага, кажется. Я вас потерял, я вас потерял. Опа, потерял. А, не ври. Я реально потерял. Садись за руль, садись за руль, садись за руль. Иди, сейчас я подожди, пожалуйста, смотрю кое-что. Видишь меня? Все, я понял, где он, я понял, где он. Все, все, все. Едет на мою сторону части. Он не был на территории, он не был возле Брау. Он возле меня. Я был. Он возле меня. Ну вот, когда вы были вот рядом с Альфа, на... я вас видел. Вы по поехали. Да, я же говорю, я понял уже, где он. Но этот гемогей где-то тут. Едет, я вас опять вижу. Да все, я понял, где, я уже понял. Все, уйдешь со своего места, гей, запомни, на пожизненно. Идем за мной, идем. Едь за мной лучше, нет, едь за мной, чтобы не спить машину. Я тут знаю одну такую хитрую нычку под названием яички. Так, наверх надо запрыгнуть, наверх. Я смотреть все сверху. Зале парашют не взял. Он походу реально там. То, что он сказал, зря я парашют не взял. Самолетик! Самолетик. Ну отстань ты уже. Отстань. Ты где? Он там? Чуть ничего не пойму, где он? Может я вертолет возьму и полетаю? Ну это, кстати, хорошая идея. Но я по вам пытался попасть, когда вы ехали. А, пытался, но мы не видели, кстати. Да.
Смотри я внимательно за ХП. Я побирался на базу Альфы через глич с с пистолетом. Давай, стой. Куда? Едь ко мне на базу, сейчас верт возьмем. У меня сейчас конец будет. Он у меня на базе моток стоит, которого... А, нет, это тот же самый. Я пешком бегаю. Едь, осмотри мне внимательно базу. Осмотри внимательно, пока я иду. У меня могло что-то быть открытое. Я всегда люблю привычку оставлять что-то открытое. Да, открытые дроны. Вот. Я вот так могу сказать. Кстати... Значит, был тут. Да. Был. Я не отрицаю то, что я был, потому что я как раз брал авик. Я брал у тебя авик через глич. Так, тут его я нету лично и не будет. Значит, баги использовал. Так, осмотрел все. Так, тут смотрю, что нету. Так. Дальше. Вам подсказку дай. Давай, жирную прям. Тут подсказка нет... то, что он в воде. Тут рядом бросил. Есть несколько мостов. Делаешь? А что? Чуть-чуть позже, сейчас. А? Сейчас, чуть-чуть попозже. А что попозже? Сделай английский, географию давай учи. И мне расскажешь. Давай, делай быстро. Угу. Ну, сделаю бы. Так, все, я тут. Я понял. Так, вышка. На вышке его нету. Да, нету на вышке. Сейчас я пролечу. Так, а чтобы парашют как использовать? Какая кнопка? Что вспомнить? Надо, пожалуй, на цешке ходить, а то это опасно очень. Опасно, значит, он где-то... Блин, тут. Ну, скажи, блин, я тебя снайкну. Ну, боюсь, ты что спалишь. Чего? Слушай, так он, наверное, на этих может быть. На ком? Крышах. На крышах. Я крыши не проверю. Проверю вышки. Вышки лучше проверь. Вышку одну проверил, вот там. Сейчас проверю помещение. У меня реально нычек очень много возле базы. Тем более Альфа. А кто летает? Кто летает? Я. Я смотрю стрим Вова, если чё. Ой, Делюкса вылетел. Я вижу этого. Я забыл, как тебя зовут. Таня. Я видел полковника. Ты так умру таким темпом. Скажи, когда ты меня увидишь. Нет. Нет, он меня увидит, пускай. И пускай скажет, ну, хотя бы жирная подсказка. Я не могу понять, где он. Я тоже не могу понять. Почему, не да как. Я тебя вижу. Ага, стоп, ты сказал, что ты меня видишь. В городе тебя не может быть, да? Честно скажи. Может быть. Но нету. Может быть, но нету, ага, врёт. Ага, выйдешь из предела города, выйдешь в город, я тебя точно буду и выйду. А, так можно по камерам еще посмотреть, что, где, да как. Камера же стоит. Так, ясно, город проверил, тут особо ничего нету. Ну, в городе просто его нереально будет найти, если он так реально сделает, как крыса. Может быть, я сделаю как крыса. Хоть загадка не говори, сейчас точно получишь бан и кик. Я ухожу из города. А? Я ухожу из города. Я же тебе говорю, он боится бан получить. Лучше уходи, если ты не гей. Или не ухожу. Откуда знаю? Блять, я взорвался. Может, я на вертолете шпитаю, я не знаю. Вы серьезно не можете меня найти? Да ты в камуфляже полюбас. Стоп! Нет, я в стандартном камуфляже голос. А мне сейчас интересно, знаете что? Мы сейчас в прятки играем или мы воюем? Ну. Если Слава сейчас в течение минуты не придет сюда, сюда ко мне на базу, то мы сливаем ему Дискорд. Мне немного это долго идти. Нам все равно, чтобы ты был в нашей возле моей базы Альфа. Пока мы будем летать. О, Браво, можно? Ну возле Браво разницы нету. Окей. У Браво. Так у Браво.
Я рядом с Браво. Может быть, вижу заправку. Может быть, он видит заправку, ага. Я не понимаю, откуда он так говорит, как будто он около заправки. Видит ее, но и видит, к Браво идет. Что за мель? Что? Тихо. Какое-то место знакомое. Слушай, а может он на мосту? Слушайте, вы сейчас рядом. Здорово! Где? Где? А, все, я его увидел. Ай, крыса. Я... За городом. Все, спускайся. Давай. У меня муха рядом с экраном летает. Давай. Сорян. Уехать надо. По башке дал. О, лоха, парень. Бахна! И меня сбил. О, он нулевает. Ну я хорошо прятался, слушайте. Все, дальше воюем с ним. Пошли, давай, быстрее, я за тобой залетаю. Все, тренировка окончена, лёл. Нет, она не окончена. Она только начинается. Ну я хорошо хотя бы это действовал. Скажи, пожалуйста. Плохо очень. Нашли. В прятки мы не играли, мы с тобой воевали. Хотя такую тактику я обычно применяю. Ну обычно я такую тактику применяю. Я сейчас так не дальше. Давай быстрее. Сидай. Все, поехали. Let's go. Выйдешь с базы, равно гей. Вот на территории базы играешься. И он сразу это из воды вылазит. Смысле? Прыгай в воду, прыгай в воду. Или с парашюта. Я с парашюта. Вычекивай. Его бы лучший бы момент, зашел бы он вон туда в гараж, прокачал бы его. Мы бы... Но плохо то, что у него гараж открыт. Да, это очень плохо. Давай мы ему дадим момент, то, что он прокачает этот гараж. Мы пока тут постоим и покурим в сторонке. Погуляем. Давай, мы тебе даем момент. Зайдите пока... ко мне на базу. А? Зайдите ко мне на базу, фокус покажу. И его фокус там не будет. Сука. Вот это фокус. Меня убил. Сам на себя направил, молодец. Да, я умею. Сам себя причем убил. Ну-ка, ой, крыска бежит. Так, у нас договор. Давай, прокачивай. Пускай прокачивает гараж. Мы ему дадим момент зайти в гараж. Он гараж не прокачивает, он ангар какой-то купил. А не гараж. Хорошо, не прокачивай. Гараж и... Ай, крыса. Он теперь огородил это все. А хрен тебе. Да пускай огорожает. У нас... Уйди, пожалуйста, с моей базы. Не лень. У нас денег много. Ну, у меня... Я точно много. Что ты делаешь? Валидно. Сказал тебе лень. Ну я сделал все за тебя. Он чуть добей его, у него прям вот 10 хп. 10 или 5. Прям чуть-чуть. Ну я. Я пока прокачаюсь. Это было опасно. А вот сейчас было это интересно. Здорово! Ты ж не попадешь. Уверен? Уверен. С таким вопросом. Уверен? Силы. Ты крыса, поднимай меня, если не хочешь бана. Теперь точно хочешь бана. Блин, он пользуется моей тактикой Маг-10. Ты мне сам сказал! Да, в натуре Маг, слышу, он очень много дамажит. Любую броньку снесет на ура. Кроме донатной. Донатную очень сложно снести. У тебя ее нет. Я пока что качаюсь, поэтому давайте. Так, все. Я подготовился. Ой, флаг оставил. Жаль, больше этих двух дымовых. А что так хотел? Все в дымовухе? Да! Там да, он оттуда не убежит. Да, я поскольку увидел, на чем ты приехал ко мне. Что там много хочешь? Давай, заходи в здание, пока у тебя есть момент. Зайти в здание вон то, давай быстрей. Я тебе даю время. Где что еще купить? Я тебе даю время зайти в здание вон то. В гараж. Быстрей. Какой? Я тебя не трону, если в гараж зайдешь. Давай, быстрей. В гараж быстрей. Обычно. Давай. Все, теперь долго. Пипец, мне чуть-чуть денег не хватило. Ты же можешь базом. Так, Маг-10, подготовить.
Ой, привет. Промах 10. Ага, а вот это ты не рассчитал. Да, у меня оружие вкачано. Что там, нокнул? Да, быстрее. Все, так, сейчас слёт. Ну, мы сломали, я не понял, почему у меня деньги так... Я вам сказал, деньги мы не ломаем! Так ты сам на ядерку на себя кинул, брат. Чё-то ты... Это путал. Да. Я деньги себе даю, погоди. Имба техник вообще. Пипец. Надо подходить. Я взял это. Дима, ты гулять? А, ладно, давай. Так, я на альфе. А, надо вот туда. Так, чуть-чуть вот так по полям. По полям. Чё с ним ломать всё будем? Синий трактор едет к нам. Угадать тебе. Да, а посмотрите на пригорку. Вот справа. Что приехало. Вижу. Но не пойму, что особо. А, тебе понял. Доползёшь ко мне? Сейчас, о, я ловлю флешбеки. Это я попал. Мне даже лучше на свою базу заходить это через... Это, мама-трактор и тракторёнок. Всё, не выходи со своей базы, сейчас мы тебе покажем, что такое настоящее. Нет, попробуй выйти, но только не багами. Именно через входы. Вот теперь. Опа, он по мне стрелять начал. Ну пускай. Нет. Это что, дурак что ли? Нахера? Не надо. Сейчас ты у меня флешбеки будешь ловить настоящие. Какое? В смысле? А что происходит? Ты что, умер? Нет. В смысле? А что он твой танк угнал? Это я взял его. А, господи. Пошли к нему на базу, быстрее пробираемся. Вы у меня уже на базе или как? Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Да не стреляйте по моему броневику, бедному. Это по моему. Мой броневик. Ой. Опа, да ёперный театр. Опа, да что ж ты не так, а? Да что ж ты был проклят, обезьяна чертильская. Я его обстрел. Не дай ему выйти. Все, без домовушек, давай-ка, попробуй. А? Ой, а у меня оружие перегорелось. Ой, все, вернулось. Да с пистолетов стреляем, если что. И с АВП-шек. С чего сможем. Он сейчас в бункер ну, может зайти. Он сейчас в бункер сможет зайти. У него бункер сломан. Если он починит его, это просто для него будет имба. Чуть осталось добить. Он за ангаром. Чуть-чуть. Ну давай. Что, он еще живой? Да пока как так? Он что, еще живой? Серьезно? Да, он. Ай, крыса. Он в ангаре справа. Ема. Флешбеки. Давай. Он сверху. Я донат! Ты убил? Мне донат высветил, все. Какой донат? Донат меню высветилось у него. Я подумал, мне задонатить захотел. Да думал, о, мне тоже что ли? Слав, донать мне на режим 500 рублей. Славик, накинь по-братски. Эй, зеленый щит, вырубай, чурка. О, слышь, так тебе пишут. Чё пишут? Ку, можно в ДР, кен, прими ДР, плиз, алло, кен, с вами можно? Ну что там? Прими ДР, я хочу с вами, кен. Ой, боже мой, кто это опять смотрит? Это Дио Брандо. Ча, подождите, меня не трогайте, сек. Дайте зайду на свой... Ребят, извините, если не читаю комменты. Очень прошу прощения, потому что неудобно. Тупо играешь и смотришь комменты. Ладно, пацаны, всем пока, я перехожу на YouTube. Удачи и удачного дня вам.
я заманался на Твиче, я пойду в Ютуб по стримингу тоже. Дело равно. Скажи свой ник, мне кинь в комментах, и я тебя обязательно добавлю. Он кидал RTUN там что-то. Его ник. Когда уже топки закончатся? Ура, ребит! Ура, ребит! Я бы с твоей стороны. Смотрите. Скоро вертолеты. Короче, ладно, потом. Ты что, на YouTube хочешь пойти стримить? Надоело все. Да, да. Да, Twitch надоело, никого нет. Зато у меня есть, да? Зато у меня есть. У тебя есть, да. Ну, причем прикол-то. Давай быстрее, дуй ко мне на базу, дуй ко мне на базу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, у меня есть время подготовиться, да? Нет. А я вообще не одетый, я возьму что-нибудь там у тебя. Пусть! Я тебе не сказал, что у тебя готовится. Да, офигел! Ты что, офигели экстрактор ломать? Я же тебе сказал, пока не научусь. Ой, ой, что-то А10 там летает. Да-да-да-да-да, что-то бабочки в голове. Ну, может... Крыса со щитом, ты мастер, а без щита ты никто. Ну он на меня автоматом ставится, я че, виноват? Без щита нищий. Ой, блин, быстрей ко мне дуй, быстрей ко мне и дуй. Я уже приехал. Бебрус, быстрей дуй на крышу, я на крыше. Ты где? На крыше. Крыша у него. У него, вы сказали на Альфу. Ты, я сказал, ко мне дуй. Подними я меня, понял, если не хочешь гейм быть, подними. Я тебе сказал, подними. А я с пистолетом, что ли, приеду? Езжай, я тебе сказал, быстрее, давай. Да хотя дуй, знаешь, с этим как его? С этим самым. Крыса! Сука. Крыса! Запомни, поднимать никого никогда нельзя, даже если тебе говорят, что ты гей. Никому не доверяй. Крыса! Я с пистолетом принёсся сюда, пойду так возьму. Вы можете экстракторы не ломать? Хорошо, будем их ломать желательно. Давай быстрее. В первую очередь. Я не буду тогда. Привет, друг. А что, не хотите пойти? А что ты пройти не хочешь? Вы мне ломаете экстрактор, так сами чините! Я по тебе шмаляю. Иди сюда, я тебе с пистолетом убью! Так, сейчас. Давай. Что ты? Ути-пуси. Подожди, а откуда ты мой ник? А, у меня скорее всего, да, я тап открывал и у меня, наверное, высвечивалось. Сейчас, подождите, я открою Roblox. Слышь, он вовнутрь зашел по нон-РП и теперь нон-РП. Нет, я зашел по РП. Как по РП? Сверху? Нет, тут я дверку открыл, Да, там с дверки можно зайти. Так, сейчас подожди, я посмотрю, мне друзья кинули. Так, ага, Дио Брано, окей, я тебя принимаю, хорошо? Все, принял. Заходи, дружище. Я перерождение. Я сейчас приду. Я принял. Так. А что он, если хочешь поиграть, пусть заходит, да, если чуху, да. Кстати, потом мне, наверное, я тебе Дискорд кину, хотя я не знаю как. Хотя да, в принципе, Дискорд. Если скажешь, что Дискорд, мы тебе, в принципе, примем. Да. А что, в новости YouTube на твоем этом серваке можно кинуть? Конечно, можно. А, ссылкой прям еще докинуть можно. Можно, никто не запрещал. Не, просто я не знал, там. Можно тегнуть там специальную роль. Пинг YouTube вроде или что такое пинг. Не, они автоматически, по-моему, пингают. Нет. Если что, не случится, я смерть, потому что. Что там у тебя, брат? Я бы не сказала, что я на бога, когда не звонила. Тебе скучно? Я по телефону говорю. Я реально говорю. А у меня звук вообще не работает. Я тупой, я на Твиче не работал. Звук. Ты это снимаешь? Я только сейчас смотрю ОБС, у меня только сейчас заработало. О, взорвался лошок. Не, я сам тебе его уничтожу. Работает, понимаешь это? Ты мне звонишь, а он стоит с начальством, блядь, разговаривает. Ты не понимаешь этого, блядь? Я понимаю. Я не могу отвечать. Ты сказал, не надо мне звонить, когда я на работе. Со мной ничего не случится. Так, подождите, так.
Все, я принял тебя, дружище. Можешь заходить, будем тебе рады. У нас всегда какая-то дичь происходит. Все время вообще. Да. Приватку, через еще. Приватку заходишь, именно нажимаешь на сервер в Роблоксе. Я тебе сейчас примерно покажу, как это выглядит. Что капитан, что майор, что полковник, у нас всегда тут веселье. А, получается, вот-вот-вот-вот, у нас получается, заходишь вот так. То есть, заходишь на сервер. Вот, где-то тут сервер, короче, у тебя должен быть отображен. Но у меня такого нет, к сожалению. Ух ты, у меня, оказывается, есть половину заданий. Ну, короче, вниз заходишь, там сервер, я думаю, понятно объяснил, потому что я не могу найти... О, да, ну, это примерно не вот так выглядит, ты вот join нажимаешь. Именно join. Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи Вовикс, и это новый стрим. Сейчас, я, оказывается, мультичат еще не отключил. Блин, по мне стреляют, мужик! Мужик! Спасай, 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 спасай. Сейчас я начну по нему огонь. Сейчас по нему огонь начну. Огонь, 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 огонь. Жестко стыча, только что не перешел, вот такое. Так, давайте перейдем. Не насилуй. Не насилуй меня, брат. Точки боевых действий со своим майором. Точки боевых действий ведется... В натуре. В рации мы сейчас вот так общаемся. Мы сейчас тут тренировку проводим майору. Какому майору? Мы не про него. Не, мы ему не проводим ничего, мы ему массируем попку. Серьезно? Массируем, причем так нормально. Крыса хочет обойти. Крыса хочет обойти. Ну пускай обходит, я его вижу. Крыса хочет обойти. Крыса хочет обойти, крыса хочет обойти. Ты еще что-то умеешь говорить? Да. Да, умею. Пылесос. Пылесос, 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 пылесос. Люблю соспать, пылесос. Где ты, говнюк? Так, я сейчас качаюсь, короче. Сколько вертолетов? Где ты, где ты, где ты, я не понимаю. Ах ты крыса, ах ты крыса, ах ты крыса маленькая. Огромная. Бежать, 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 бежать. Ты думаешь, это тебя спасет? Да. Отставить побеги, да? Так, вертолеты где? Гараж, сюда. Так, что еще я могу? Армия будет это... где-то в тылу врага. Ты так же сделаешь? Так, а где я еще могу? Бежать! Фу, вертолеты, имба! 25 тысяч. Давай! Чё? Маленькие ворота, оказывается, да? Чё ты, давай, спускайся! А чё ты там? Пожалуйста, брат? Пожалуйста, не, ну не по мне, ну не по мне, брат, 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 брат. Ема! Двоих сбил! Кого? Ты где? Лети ко мне, лети сюда на базу ко мне. Подними меня, гей. Ну всё, тебя жопа. Самое главное правило. Нельзя. Доверять геям. Нельзя верить одному гею, и это лишь вон сосед. А что включить такое на фон, чтоб так нормально? А? Там нормально, да? Не знаю. Я щас... Это чё? Вообще я сейчас буду Катюшу спавнить, наверное. Сейчас я как заспавню тут танк, и ты не выйдешь вообще из дома. Че, я фон включу. Не советую, я люблю спокойную музыку. Фонг слишком, ну, неприятен для ушей. Фонг приятен в том случае, когда ты просто кого-то хочешь разнести. Есть проблемы? Никак нет. А давайте сейчас мы на ютубе, короче, спалим. Наступление! Тебе это не поможет, чел. Как название называется? Чего? Босс, есть проблемы? Никак нет. Какая? Босс, есть проблемы? Никак. Вау. Есть проблема одна, она устранена. А давай без танка, а? Подожди, что? Стой, дай отвечу, не трогайте меня. Дайте посмотрю, что там написали люди. Сейчас, всего лишь 5 залпов РПГ я запущу. Я убрал сейчас буду. Брандо, заходи, я тебе показал как, заходи, я тебя принял, друзья. Если что-то не так, отпиши в чат, я обязательно сейчас попробую починить. Вова, кинь, пожалуйста, ссылку на стрим. Что ссылку? А, на стрим.
А хрен тебе. Да правда, не кидай. Слишком ему жирно. Ну чё ты там ляпал? Чё ты там ляпал, а? А, чё ты там ляпал? Волос, есть проблемы? Да, конечно! Меня рейдят с танка. Есть проблемы? Никак нет. Голос, есть проблемы? Да, конечно! Не советую тебе двигаться, это не со... Подумаешь, танк, да? Подумаешь! Ту-ту-ту-ту. Люблю спокойные песни, они меня так хорошо релаксируют ушки. Ай, мой. Бам. Это первое предупреждение. Если ты попробуешь еще так же сделать, второе предупреждение будет тебе прям в голову. С тобой тогда сражаться, погоди. Без РПГ. Вот так, как все настоящие мужики. С бареток, да? А у меня нету. Что такое? Я думал, ты прям сейчас в коду поедешь это. Начнешь рашить. Да, в итоге тебя рашнули. Да, в полете. Так, сейчас подождите, я отойду на пару минут. О, хорошо. Ну, да, конечно, да, конечно. Сейчас. Секунду, пока тут сидит. Вола, давай объединимся. Нет. Чему? Никак нет. Чему? С террористами переговоры не ведутся. Так я, это, ваш напарник. У которого тренировочка очень жесткая. Да не, мы тебе только просто попочку почесали. А, ты не начесался просто. Кому ты чешешь? Кому ты чешешь? Кому надо. Ну чё, погнали. Где ты? О, где я? Я на месте. Нет. Голос, есть проблемы? Никак нет. Песня очень громкая, я даже не слышу тебя. Меня аж не слышишь, вот это да. А, во-во-во, слышу. Не, я просто не хотел слышать, да? Да. Естественно. Так и передам полковнику. Я его уже не хочу слышать, он меня иногда подбешивает. Да ладно. Товарищ полковник, вы бесите майора. Он это знает. Он это знает. Ничего страшного, у меня запись идет нормально. Поэтому он так и делает. Ничего то, что у меня запись идет на ютубе. Да. Ничего нормально, вот жить будешь, ты уверен? Да, я уверен. А я так не уверен. Я тоже. Так ты уверен или нет? Нет. То сначала уверен, то нет. Так что определяйся. Берем Little Bird и начинаем обстрел полковника. Полковник! Где он? Погоди, а где он? Он отошел. Нет, это понятно, а где он? Он у меня. Он у меня. А что? А зачем ты это сказал? Какое ты говно. Ты издеваешься? Нет. Это типичный афган. Какое ты? Ничего. И ты еще посмотришь момент, когда я сказал, вот ты говно, и убежал. Так, а ну-ка стоять, сейчас я... Полковник, меня обстрел начинающего. Я ребит сделал, меня обстреливает с вертолета. Какая какашка? Снова меня обстреливает. Майор. Плюс он сказал, что вы подбежите его. Он это знает. Ты да. Же это знаешь, полковник? Нет, я не знаю. Я только сейчас узнал.
Подожди, стой. Что ты там сказал? Что вы его подбешиваете? У меня запись есть. У меня тоже, прикинь, я что-то сидел тут пару минут, вас ждал, когда вы что-нибудь ляпнете. И что вы слышали? Вот это вот ляп. Да ладно, шучу, меня тут не было. Я реально уходил. Слова, я тебе это припомню. Ничего, мы сейчас еще опять чесать тебе будем. Одно место. Ну пока полковник будет почешет за меня. А потом как-нибудь подумаю, зарыжу во всех. Не, просто я сейчас вертолеты прокачаю. Сейчас не трогайте меня, пожалуйста, пару минут. Я Смечанский пока на перерыв поставлю, потому что. А я понял, сейчас, почему. Я тоже. Из-за этого. Что, надо нацелиться, чтобы сразу выстрелить. Куда нацелиться, ты что, дурак? Опять летишь? Не. Ну, кстати, хорошая идея. Почему бы и нет? Я тебе сейчас полетаю. Поехали. Слышишь, полетай. Майор? Да, майор, слышу. Ты слышишь меня, да, вообще? Да, алло, я слышу. Так тебе потом... Будет чуть-чуть неприятно, да, вот майор нацеливается. На кого ты там, кстати, нацеливаешься? На полковника? Куда тебе бежать? Ты не убежишь уже никуда. Все, ему остался последний выстрел. Я могу его разбомбить. Ну давай, стреляй. Я посмотрю. Смотрю. Давай. Ча, он придет, я его как... А он захилится как раз в этот момент. Пока не... ты его дождешься, он захилится. Не, я про другое. Я про танк его. Он не может захилиться. А у кого это сейчас музыка? А у кого нет? Не двигается, он не мог. Там за него снизу. У него там микрофон падает. По-моему, да. Летает по всей комнате. Да. Я уже нацелился. Одна кнопка. Сейчас, подождите, я посмотрю, он если меня не трогает. Да он танк вас подбил. Я еще не подбил. Я еще не подбил, погоди. Запись идет, кому ты врешь? Я еще не подбил. Ты сказал, сейчас нацелюсь, у него чуть-чуть останется на танке ХП, и как он придет, я подобью. Ну, у него и так уже мало ХП было. Нормально деньги? Что это сейчас было? Да. А у кого сейчас жесткий флекс идет на фоне? У меня. Серьезно? Да меня подвинул. Он хочет выезжать на меня. Я хотел выстрелить через РПГ, а он меня зовет. А можно мне такой же танк? А чего вы ребятки не делаете? У вас же сотка. У нас же сотка. А ему уже нет, зачем? Да, в натуре. Я, пожалуй, подлечу уже. Он вот там бегает, справа. Он бежит. Идет прям, бежит. Кто? Кто-то, прикинь. Я? Да. Так, сейчас я подождите, мне надо английский посмотреть. В смысле? Так, это русский язык, а это English, Spanish. Вау! Меня бомбит. Не я, вообще не я. Что-то сейчас было. Не знаю. Я захожу, у меня вот тут все в дыму. На, это я дымову кину. Ты? Со своей базы? Не верю. Да. Ой, боже мой, что тут надо делать в этом в английском? Я же не шарю.
переводить. Да, реально, сейчас переведу просто, я все скину через переведенный текст. Какое проблема? Яндекс переводчик, да? Да, да, помощь. Да, самый лучший. Google переводчик в помощь. Который перевести даже не умеет. Знакомься! Слява! Слява? С его вертолетиком. Что, да. Сопля? Какая сопля? Сопля, которая сейчас на это летает, да? На вертолетике. Это ты, ну ладно. Но ты не на вертолетике. Да, а ты на вертолетике как раз, слышишь? Нет. Это не я. О! Какое ты говно. Че, разбился? Да. Да, смерть? Да. Я вижу твой вертолет. Так, мне нужен вертолет. Ну ничего, нас одолжите. Ладно, пролетимся. Какой пролетимся? Я тебе сейчас полечусь. Может, тебя полечить еще надо, кроме пролететься? Полечить? Мне уже бункер пора покупать. А? Я прыгнул. Куда тебе ты прыгнул? Тебе на базу. Ты дурак. Дайте мне пожить, пожалуйста. Так, я не понимаю, что делать в этом английском, честное слово. Я не English English. Я щит включил, нормально. Ой, дело не поможет. Может, поможет. Что делать, я не понимаю, вообще решаю. Пацаны, я вообще не решаю. А кто, тебя не слышат они? О, а? Те, кто на стриме. Тебя на стриме не слышат хотя бы? Не знаю, слышат. Если слышно, это очень плохо. Ну, поверь. Пускай, именно до спины. Я один раз наклоханулся. Еще? Еще было? Еще что? Удалил в итоге, когда заметил. На стриме удалил? Стрим удалил. Запись стрима. Ты надоел бомбить меня, Я тебя не бомблю пока что. Только обстреливаю. Кстати, ждите, я скоро сегодня прикольную штучку сделаю. Так, сейчас. Что, я вернулся? Так. Выходи! Я сейчас так выйду. Да блин, как мне это сфоткать, я не понимаю. Ну, телефон мой говорит то, что ну, фоткай как хочешь. Ты, я все равно твое качество сожру. Тупой. Ладно, если я свою лампу включу, ты так согласишься? У тебя лампа есть. Да. Десантировался, что ли? Ему нет! А у тебя да! Говно, сбивай, сбивай! Кто с тобой? Что за пинг? Есть, наконец-то, смогу перевести, хотя бы по ему заданию. Нет. Компьютер не тянут, ну ты можешь перевести. Юлия, что он? Чего? Боже мой. Подождите, сейчас. Подними, подними. Большинство британских подростков... Я знаю твой фокус. ...школьную форму. Каковы некоторые Зря пожелания... Зря ты это сделал. Зря. ...сожаления подростка по поводу... Зря ты. Значит, полковник, никому не доверяй, никого не поднимай. Да-да-да-да. И я его и не поднял, потому что знаю его. Любит повторять за другими. Что? Не понравилось? Не понравилось. Я тебя с пистолета убил, позорище. Позорище, посмотри, что на тебя летит. Кто на меня летит? Давай, хорошо летит. Я лечу, на ракете. Ты летишь? Да. На своем... На ракете он летит. Да. Реально ракета летит. Ты чем прежде что-то какать, ты сначала думаешь, что ты каркаешь. У меня звуковая сирена за окном прозвучала. Воздушная тревога. Реально? На окно? Да, пробыла, потом выключилась что-то. Алкаши вообще. Что за говно опять на меня летит?
ППШ, с ППШ, ну-ну-ну. Ты, ты наверняка сверху, да? Не. Да. Чё ты врёшь? Ты врёшь, вот стреляешь же. Ой, блин, я не знаю, что реально в этом английском делать. Это чё, просто стреляешь? А не я. Не я, да? А кто там летает? Пчёлка? Да, пчёлка! Фига, пчёлка тут. Что, попасть не можешь? Да? Слава, чини свой микрофон. Нет. Ему лень. Алло. Алло. Алло, алло, алло. Алло, алло. Слышно нормально? Да. Можно мне беретку какую-нибудь взять где-нибудь? Какой юнит? Это 6-й юнит, офигеть. Уже почти закончил. Я вот, я вот. Нормально? Я врезался немного. Ну какой-то лох просто. Я стою, он мне по мне попасть не может. У меня один юнит остался, я подполковник. Тебе один юнит? Да. Ой-ой-ой, я прям радуюсь, а мне на майора сколько надо? Ноль. Тебя поставят автоматом, я надеюсь. А, ты так думай. Я так думаю. О, наконец-то, я нашел то, что мне надо. Все, я нашел то, что мне надо. Сейчас быстро напишу, да и все. Я уже просто... готовлю. Когда ты готовишься? Я просто с первым уровнем броника, и он по мне стоячего не может попасть с вертолета. Потому что он кружится. В белом танце кружимся. Не, не лень просто десантироваться, а потом это. Как я сейчас... потом уеду? Ты? Никак. Я тебя убью, ты обратно тапнешься. И потом я опять к тебе приеду, да? Да. Только уже на это. На машинке, да? На машинке, да. На нулевой машинке, на это, на жиге старой. Да, ты блин. На которой с одного выстрела беретки хватит. Не, я не такой тупой. Да-да-да. Не понял, вы на что-то намекаете, капитан? Что? А вы что говорите? Что? Опять мыть? Ай. Ты мне все переломал, майор хрен. Боевые действия. Он на своем по-любому. Он мне все переломал. Все переломал. А я деньги давай тратить. А мне нифига их нет практически. Но даже 5000 не могу. Кто давай, приехал? Сейчас починю. Да ты не починишь. Ты не сможешь. Потому что ты не в нашей. Алло. Слышишь? Ладно. Какая ты говно. Мы же тебя выгнали, ты забыл? Полковник, он на моей. В смысле? Полковник, ему Ханя. Она. ППШ сейчас. Туда. Блин. Чё, живой? Нет. Блин. Жалко. Ну просто крылом заделывают сразу взрыв. Так, ладно, все, предлагаю конец тренировки. Не-не-не. Да, ты да, уже да. Все равно выгнал. Мне скучно. В смысле? Вам скучно? Мне скучно, я хочу дальше ПВП. Ну вот, ну ПВП хоть и с Вовиксом. Он же ваш капитан. Нет. Я же теперь не майор, по словам. Я немощь, у меня вообще ничего нет сейчас. На данный момент. Денег нету, я немощь. Да, вообще, кто нам а даст что денег? Вы там говорите? Я снят, да? И он только сейчас лифт с проекта. Это, параша, параша. А что летит сейчас? Не знаю. А кто десантировался? Стреляю. Привет! По десанту. Заводовая! Полковник, зайти за мной, я сейчас быстренько одену. Хочу опять этого бомжа. Все, я уже выхожу. Сказал. Что вы говорите? Я тебя сейчас снимаю, ждам. Я тебя сейчас снимаю.
на всем стриме. Я говорю, залетит за мной, мы его вдвоем запушим. Так! Четверо! Давай не бьют! Где мое повышение, да? Да! Не будет повышения. Я бы мог бы и поднять, но ладно. Слушай, он сам сдался. Тем, кто поднимает, уши не верит. Сразу опять нокаут. Да, поэтому... Надо добить его. Добыть. Давайте, голос. Буду действовать по... Так. А, он сейчас ПВО сядет и будет атаковать по-любому. У меня нету ПВО. В смысле нету? Ты чё, дурак? Не, его нету. А я так сейчас понял. Сейчас жалко. По нам ПВО работает, да? Да. У меня так нет. Потому что я его еще... Ага, не... сам сказал да. Ну, если ты на другую базу летишь, то да. Если на мою, у меня пока ее нет. А вот теперь все. Теперь всем крана. Ты мне мое сломал. Мой щит сломал. О. Нормально? Да, нормально. А мне нет. Сыра. Ой, я зато тачку твою возьму. Да, спасибо. Да, конечно. Я же тебе ее даю, да? Она застряла. Ну ладно, сейчас вылезет. Могу. Ну, где вы? Давайте. Подлетай. О, товарищ полковник, будем атаковать? Ну, приедь за мной на машине туда. Приезжайте, будем раздавать вам пельмешки. Тебе давать чего? Пельмешки я вам вручу. Вкусного тебе дать? Я пельмени вам раздаю. Какие пельмени? Обычные. Такие вареные. Я жареные. Жареные. А? Ай, блин. Все, сразу отлетело. Дай его, пап! Чего? Да я не с тобой. Я папе. А. Вон. У меня вообще никого нету, не было. Ну, где вы? Сидим у себя. Что делаем? Давай ко мне залетай. Я жду вас. Все, радиовоздушный удар. Чего? Сразу чего? Чего? Че, взбодрился? Ну слушай, мне просто жалко мои эти тяные вышечки. Мне тоже жалко, прикинь. Ну их кто-то вообще не щадит. То есть вообще по барабану. Одному человеку. Че, где? Которому ну просто вот по крыше постучи, он все равно нет. Он все равно тебе скажет нет. Блять. Блин, ракетный бункер, сэр. Кто битбокс там слушает? Да и у меня, наверное, опять играет. Здорово! Денег мало. Где здорово? Ты шо, фонарел? Мне бы тачку купить. О-о-о! Другое дело. Тачка имеется. И все, едем на базу. Кому-то сейчас будет не сладко. Да мне и так. Мне и так. Ракетный удар возьму у полковника и будет зашибись, да? Да. Сейчас я заеду за ракетной установкой. Land Cruiser. Сейчас делаем по новую тактику. Новую тактику. А у меня другая тактика. Взять вертолет и расфигарить тебя. Давно твой. Так, сейчас я доеду. Я бы уже давно. Если бы был у меня вертолет, я бы взял. У меня так ничего нет. Я немощь. У меня нет ничего. Сбегаем, сбегаем. Ладно, поеду на пушечное мясо. Давай. Что давай? Что тебе давай? Я тебя жду. Пельмени? Да. А я пельмени тебе не дам. Понял? Как там полковник отошел, может все починить. Ну там все. Вот ты говорил, не было ПВО у тебя, да? Нет, ну я его ПВО, купил, да? Я его купил. Купил он только что, на. Возьми, схавай.
покушай. Что ты сказал? Это плохо. Где ты? Я снизу. Смотри. Что, не видишь? Да, не вижу. Да, вижу. Видишь? О! Туда. Давай, 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 минус пво! Ты уверен? Уверен? Не, не уверен. Он сдох. А, нет, еще не сдох. Сдох, ну не сдох. Сейчас ты сдохнешь. По любому поводу. У меня это пво горит. А что ты удивляешься, мы его сбили. Тебя сейчас тоже собьем. Попробуй. Ты попробуй. Так, тихо. Тихо. Где он? Где эта крыска? Не скажу. Ага, он там. Он лох хп. Он лох хп. Он сейчас снизу там. Тихо, тихо. А, он забросил. Пол хп осталось. Он снизу, снизу, полковник. Попал. Он сбит. Сейчас ПВО добью. Добьем ПВО. Меня не трогайте, меня не трогайте. Да, да, конечно, конечно, конечно. Полковник, он к вам. Понял. Ладно. О, горит. Надо его убить. Ой, прям сразу. Что, все? Ему хана? Ок 10! Тихо, 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 я бегу. Ты хоть понял, где я? Нет. Нет? До сих пор? Не трогайте меня. Вот так работает пехота. Троники получите. Нет. Что, сломаем тебе тут все, да? Хочешь, сломаем. Так попробуй. Я тебя снимаю. Английский делает брат, свою географию читаю, мне придут. Где ты, друг? Подними меня. Вот зачем ты так делаешь? Я тебя попросил, не трогай меня, подними. Ладно. Так попробуй меня убить. Так попробуй. Так попробуй. Не трогайте лишь меня. Я сразу могу себя достать. Откуда? 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 Я считаю, все, все видно. Тосиус, Тосиус, Тосиус. Сбит, 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 сбит. Лекарь, лекарь. А чё лекать? Лекарь. Полковник, лекарь? Лекарь. Смотри, убьёшь, хана тебе. Наконец-то, конечно. Что-то мне не нравится твоё возмущение. Так, предлагаю перемирие. А я его тебе не предлагал. Здорово. Нормально прыгнул так. Этот момент просто легендарен. Ну вон он сверху. О-о-о, крыса щитом. А и щитом. Ну да, я сбит. Поднимите меня, добрые люди. Где? Я здесь с этим инвалидом. Я левая! Я первый броник, и ты мне, ну, и... там не снёс. Думаешь, меня с баретки шутит? Ты всё, сливаешься, скажи честно, сливаешься. Снимаешься? С майора? Да, я леваю. С майора? Руки вверх, и вышел отсюда. Руки вверх. ПРП, ПРП, ПРП. Ты в заложниках у нас. Типа понял. ПРП, руки вверх. Ну я понял. Руки вверх, через звездочку.
Можно я хотя бы одену Готипа, это не я был? Не я был, нормально, мне нравится. А кто? Ну, террорист, кто еще? Террорист. Да. Вот это вот. Ну, типа, это не я, это террорист. А я там в отпуске. Постой, не стреляй! Сейчас, подожди, дай последний момент сделаю, дай последний момент сделаю. Скрин. Принт скрина. Он ушел. Он в титул. Давай его убьем тогда и этот нашел. Я стал дом. Че? Я опять с вами? Да. Не, мне лень. Что, теперь ты понял, что против нас воевать бесполезно? Ну да. Но я хотя бы хорошо держался в первые минуты. А потом начал сливаться, когда я уже тут. А потом такой, все, я не буду. И пошел мыть. Плакать не надо было, мне до последнего. Лаки-плаки или нормандаки? Че ты, лысый? Лаки-плаки или нормандаки? Лысый. Лысый. Плаки-плаки или нормалдаки? Что у меня там? Слушай, тебе пишут привет. Дай, пожалуйста, ссылку на VIP. Хочется с вами поиграть. Кто там? Дорогой друг, смотри. Получается, заходишь, я вот сейчас на стриме показываю свой ник, основной ник. Ну, можешь Дейджи Трема написать, но думаю, долго будешь искать. Лучше пиши вот это. Я потом на стриме прикреплю то, что... Ссылочку? Ну, не ссылочку. Ссылочку я не дам, этот факт. Я тоже не буду добавлять в друзья, потому что принимаю также друзья. Пойдите. По ссылке много кто зайдет. Слава Дим, очнись. Что с ним? Что такое? Слава, а за что? Слава, за что он может поднять славу? За какое провинение? За то, что он бил. Ну вот, окей, снимайте. Алло, я тут. И меня на командира ВВС. Я не солюсь. Что вы там говорите? Кто командировал вас? Да, так, это как забей. Ну так, слухи. Что-то слухи там летают. Кому просто передавать ВВС, потому что ВВС по отряды с подполковника уже не за все закрыты. В смысле? А я подполковник? Что ты, нет. Ты будешь руководить всеми отрядами. Я не подполковник? Нет, я майор. Ну потом ты уйдешь. Тупой не слышит. Когда пригласишь, так что тебе надо выбирать достойного преемника. Вову. Кого? Хорошо. Твои последние слова. Что-то происходит. Я боюсь даже... Шестой придет. Твои последние слова. Что происходит у вас там на базе? За Россию и двор, стреляю в упор. Твои последние слова, нет, не стреляй в меня, я тебя даже еще не стрелял. За Россию и двор, стреляю в упор. Алло. Ой. Ребята, вы посмотрите, что за сценка. Да тихо, тихо, ну свой. Что, как он такой? Пока вы тут тупили, нюхали добро, я уже вас убью. Блин. Не ползи. Поцелуйте. Помогать. Я помогаю. Я вот думаю, блин, кого наказать, кому нет, ладно, хорошо, пойдем. Ну вот это. Вот это. Не надо. Убьёшь его, я тебя потом убью. Я не убил. Я хотел показать. Показал? Все, хватит. Показал и хватит. Также ты можешь смотреть... А, блин, Нарака. Не думаю, что вы через Нарак меня найдете. Юквей, добавь меня друзья, я тебя приму. В смысле, ты у меня не в друзьях? Нет, я... Ты Юквейзи какой-то. Вот, Юквейзи, мой основной ник. Вот, ты... Ну нет, не основной, Юквей. Что за свидание? Что ты придумал такое?
Давайте в Брокхевен РП патрулим. Я отошел. Да блин, ну... А? Чего? Денег дайте. Чего он сказал? Не знаю. Я не понял. Давай его повышение. Он сказал, дайте мне повышение. Давай. Становись на меня еще. Становись на меня сверху. Вас? Да, на меня сверху. Вот так? Не, давай, подожди. Стой ты, да. Стой на нем, стой на нем. Встань на него. Все, башенка из круга. Смотри-ка. Все, башенка разрушилась. Проф не пригоден, меня долбают. Сейчас. Ссылочку. Я бы дал бы ссылочку, но у меня эта ссылочка вонючая, не работает. На приватку. Лень. Так, просто, сейчас, да, можно еще так сказать. Мне не лень, легко дать ее ссылочку. Но не работает. Я пытался. Сейчас найду чулку английского. Вот, нашел. Училка английского выглядит красивее, чем какая-то старуха. Все, есть, заскриншотил. А, сегодня какое время? А, я уже просрал обзор на этот, как его. Блин, да, я просрал обзор на силача. А, нет, не просрал, возможно. Пацаны, я к вам через время, наверное. Хотя нет, я стрим пока не буду. Ребят, очень вам рад, что вы заходите на мой стримчанский. Очень вам рад. Мы кинули зря, давай поднимай. Да и сейчас. Извините, у меня потому что неудобно чекать, я еще раз повторяю. Это не все так просто, как вы думаете. На моей основе побудете, поймете. Зайти, думаю, знаете, как на приватку. Не как просто заходить через профиль, а надо заходить через этот. Вот так тыкайте на сервис.
приватный будет. Так, пока заходите на приватку, тогда кто хочет. Я пока этот... Я принял, друзья, если что, я мне скин надо опять восстановить. Хочу назад свои минуты, были времена. Пока заходите, а я пока делаю. А, нет, этот кастомизейн надо зайти. Хэдбоды. Кофинг. Лотинг. Аксессуары. И, короче, заходим в дело. Бэк. Да, в бэке здесь находится. Вот на экране. Пора вернуть свою славу. Было времена. Лимитка. Лимитированная штука. Очень хорошая. UGC, проще говоря. Браво не заняли, потому что я вас зарежу. Просто в хламу прям. Бля. Нет, конечно, человек взяли и заняли, я, блядь, что за... Сука, не думаю. Ладно, потом. Нет времени, ебать ваш. Все, я скинул домашку в училке. Это самое главное. Меня вообще слышно на стриме, я не понимаю. А, нет, конечно, не слышно. Нормально не слышно в итоге. Вот так вроде нормально. Во-во-во-во. Наконец-то я вернулся назад. Извините, ребят, если что-то не так. Не у Ахи у него ребитхов. Чел, ну ты, блядь, мощный. Сто 26 ребитхов. Нихуя себе, блядь, нахуя столько? Мужик, я тебя подбегу, посмотрю твою хату по-братски. А, он в клане Юнен находится. Они, по-моему, в топе, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Таблица лидеров. Юнен. Нет, не находится, показалось. Да, не находится. Братекс, дай покататься по-братски. Покататься, пожалуйста. Дай покататься по-братски. Никогда на такой херовине не катался. А, понял. Дай покататься. Реально никогда на такой херовине не катался. Дорогая слишком удовольствие. Ебать, нихуя себе. Нормальненько. Алло, а, брат, сорян, если тебя разбился. Да, нифига себе у нас челик. Донатерс. Я так столько не доначу, сколько он. Мужик, вот сколько в общей сумме задонатил? Ответь, пожалуйста. Мне интересно. Нема. Мне вот это еще нравится, анимированная штука. Соска. Подожди, у вас там на... Как я не ошибаюсь, вроде как... На каких-то определенных ребитках, короче, дается оружие какое-то прикольное. Ай, меня убило. Забыл. Эх, сейчас. На определенных ребитках. Угу. Чувак, сколько ты донил в игру? Объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя столько денег, а? Я столько не доначу, сколько ты. Да вы посмотрите, у нас тут сколько...
69 старый Глок. Нормальненько. Да, я что-то про 69 слыхал. Старый, ну, Глок, именно. Он тебе сразу в инвентаре выдается, да, как я понимаю? Так, сейчас я к тебе залечу, донатер наш. Это Ема, у него просто все. Я не удивлюсь, если у него вообще... Ну нет, не прям все, задание на оружке. Ой, громко упало. Ема. Братишка, открой-ка вот эту дверь, ВВ-2 дверь. Мне интересно, ты что у тебя там есть? Блять, нихуя себе. Куда столько донить, мужик, куда? Твой аккаунт стоит дороже, чем мой уже. О, лимитированный скин и бронька прикольная. Нифига себе. Офигеть, ну конечно ты... Да, Вовочка, Вован, посмотри просто на чела с нами. Он жестче, чем кто из нас либо тут. Было бы интересно... Это вот он сейчас здесь сидит. У него нитро. Да я видел. Богатый чувак. А кто его принимать будет? Принимать кто что принимать? Ну его принимать надо, типа рядовой там или что. Ну если он захочет к нам в РП в армию, то окей, я его приму. Проблем-то нету. Я челика уже принял, вот этого спайдера. А, спайдера, понял. Да, я сейчас... Я топ-6 игроков России, ну-ка, подожди. Топ-6? Ну да, там есть какой-то жесткий прям челик, но прям имени его и не знаю. Подожди, так, а где топы-то посмотреть? Он нас слышит, чуваки, он стрим-снайпер, сразу видно. Настоящий стрим-снайпер, хороший чувак. А он меня... Ну по скиллу это понятно. Я вижу. Я вот с тобой согласен, левел ни хрена не решает. Я лишь харьер получил и все, меня радует жизни. У него вообще все есть, я как понимаю. Абсолютно все в этой игре. Брат, у тебя аккаунт дороже, чем у меня стоит в натуре. Я бы уже пошел бы новый летсплей бы вместо бы тебя искать. Кстати, мне вот это нравится, взрывная АВП. Взрывной снайпер как долбанул, бамс нас взрывало. Слышь, тебе говорят, музыка долбит. Меня очень не любят тут. Фу-фу. А ты пишешь себе? Сейчас, подожди, стой. У меня музыка прям долбит? Ну чё он написал, музыка долбит? Вот так сделано. Извините, люди, если оно так есть, потому что нельзя так за это отвечаю. Это вонючий Яндекс Музыкс. Сейчас я посмотрю. У него прям вот всё есть, да? Ну вот абсолютно все сами надо. Офигеть. И даже самый просто тот огромный колёк. В РП армии. Я таких топовых людей люблю. А, и сразу на подполковника, да? Слышь, как подполковник сразу. А куда? Блин, я тупой! Повышение, что такое? Я только купил, и я вот смотрю на цифры, там было 6 четверок. Yes. 6 четверок. Да не, у меня деньги были, и вот там прям красивая цифра была. 6 четверок. Еще Абрамс. Ну, Абрамс стоит точно уже не сумасшедший покупать. Не, я на нем катался, мне кто-то давал по моему друзей. У меня Ми-24 есть. О, Ми-24? У него есть. А, у него? У него все есть в этой игре. У меня есть Ми-24 и, по-моему, что-то еще дома. Несколько я вещей посмотрел. GLTV.
что-то еще там. Стоп, а ты ему чего уступил? Получается, Альфу. В натуре, вот с тобой согласен. А, вот, у меня не прогружалась база, я думал, где у него задание все выполнили. Он ребиткался же. Я что-то не вдуплял, почему он пишет. Блин, вот все переломано. Так, что еще надо? Нет, пилотная операция, мне не нужно исследовать корпуса. Вот если я сейчас исследую все детали, что нужно еще будет? То есть 350 надо. 350. 350, 350. Уже 4 врубаем, 4 врубаем, 4. Кому? Да я ему. Бля, да твой аккаунт в натуре дороже, чем мой стоит. Твой минимум уже расценка с таким-то аккаунтом, ну минимум 10к рублей. Это если иметь просто вот так чисто, как... Просто у меня ни одного комментария нету, вообще никого. Тот самый я, у меня сколько там подписчиков. Да, мне интересно было, у тебя есть ВВ-бункер? Офигеть, у тебя даже это есть. Вот это я всегда мечтал посмотреть. Я 247 подписчиков, а у меня получается, ну, 546. И видишь, онлайн больше у меня. В игровой я так же сосу. Ну, пока жду монетки, можно их перекусить. И... Нормальненько, я тебе так скажу, нормальненько прокачанненько. Прикинь, сейчас заходит он к нам, и там 25-летний мужик. Ну, я 45. Слушай, а если он не убьет? Мужик! Откуда ты такой? Пошли, один в один. Я тебя не вывезу, чел. Давай мы тебя против всех, а? Да. Мой клан против тебя. Который сейчас в онлайне. Я тебя так не вывезу, ты сейчас с ума сошел. О! Он зашел. Салам алейкум. Ну. Он, этот, чел, Альфа. Где ДС-чеки? Ой, вот это мой турбан. Так, чел. Он даже сюда зашел. Донатер в натуре. Лучше бы мне нитро подарил. Я больше так. Пусть розыгрыш на нитро делает, да? Да какой я тебя не вывезу, слышу, у тебя доната больше, чем у меня всего взятого. Окей, у меня есть МИ-24, я сейчас МИ-24 что-то попробую сделать, но ты меня рано или поздно собьёшь. Да, жестко, согласен, брат. Слышь, давай в натуре весь... Все, кто сейчас в онлайне со мной, весь мой план, попробуем против тебя, а? Как я не вывезу. Да мы не вывезем в натуре. Просто попробуем. Я бы еще попробовал на вертолете. Я бы еще попробовал на вертолете его вынести. Вообще без вариантов. Я его не вывезу. Мужик, вон, видишь, уже положили. Уже? Тебя? Да уже, я уже не заметил, а меня уже положили. У меня реакция медленная. Я же говорю, он выглядит при любой причине. Подожди, дай возьму. О. Смотри, видишь? Кто хочет. Ну, чё, полковник? Да ема, нифига себе, он раздает хэдшоты. Чуваки, давайте против него все. Газ, дайте мне это делать, я хочу попробовать вертолет заспанить первый. А, надо же еще заплатить за вертолет, точно. Сколько первый вертолет стоит? Пацаны, очнитесь, давайте против него воюем. Против донатеров. Да. Война против донатеров. Я бы сейчас залетел к тебе и получается, ну. Экипировался. А, кстати, сейчас, да. Сейчас залечу, экипируюсь. Под пехоту, я ж пехота. Да, он ждет нас в бункере, серьезно? Да, у него там донат, он ждет уже нас. Так, окей, я тебя сейчас заберу тогда. Ямай, да не, ямай, я ямай, могу. Дрифт. Да, он без донат сказал, кроме чего? Два, а пешком дают? Два броньки. Дают двойную броню. Я здесь.
Я за границу вышел, вот тут. Я сзади. Ладно, добегу. Доеду. Вот здесь, здесь, здесь. Да куда? Так, я снова с вами. Ура, Слава, майор Слава, пришел. Слава, тут у нас донутер, мы все против него. Я с вами, пацаны. И ты не выживешь, мужик, если я его бы уже просто не могу представить, что с нами будет. Что он с тобой сделает, Слав? Размажет по полу. Да в натуре, слышь, если он меня уже размазал, я даже не успел выстрелить по нему нормально, он меня уже убил. Он меня обоссыт. Там хуже. Там немного хуже. Не только, походу, обоссыт. Да, еще обоссёт словесно. Матами. Погнали на Ми-24 к нему. Какой Ми-24? Да, он нас снесет. Он даже так снесет. ПВОшкой. Да, в натуре, слышишь, просто да. Мы доедем, да и все. Я топ-1 ПВО на танке. Альфа. Нет, поверь, если считать в России, таких мало людей, а вот есть люди, америкосы, вот они самые жесткие. Братан, не, самые пожалуйста. Жесткие это китайцы, самые жесткие это китайцы вообще. Я с Америки сижу. Вон. А я сдох. Я просто подлетел и уже сдох. Ты где братиш? Я? Да не ты. Да бегу, бегу. Я на вертолетной площадке. Давай, 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 давай. Мне к вам лететь. Мне к вам лететь, нет. А чё, кто будет? О, нормально. Бомжи вертолет. Самый бомжарский. Ну да. Мне к вам лететь, кто рулить будет? Короче, я к вам лечу, я понял. Понял, понял. Кто рулить будет? Дай, седай. О, у Чеки тоже подтвержден аккаунт, значит он уже как минимум, ну есть там, ну плюс 14, 13, ладно. 15 лет, ну повезло тебе, 16 минут. А я, это я, если чё. Где? Над вами. Или это не вы? А, вот Альфа. Мы только уже летим. Да блин, отключи ты свой ПВО, она меня сейчас убьёт. Ну у тебя на базе, мужик. А? Брат, ты сейчас разобьешься, эй. Сейчас ветер разобьешься. Сиди, не сиди, разбей. Сейчас мы к тебе прибежим. Садись. За пулик? Сидай, давай за пулик, я тоже. Просто седайте, чтобы быстро десантировался. А, не чтобы тупите, быстро... Не а, быстро десантировался. Тупанули. Вы дебилы? Ну, чтобы десантироваться же. Я сейчас вас отправлю в туалетные войска. Не надо. Не надо. Закрыть! Подождите, дайте географию возьму. Потерял ее. Он там вышел! Стоп, размажу! Он по карте будет лететь, по карте. Десантируемся, мужики, мужики, десантируемся. Повыше, десантируемся, повыше. Дайте я сяду за вертолет. Еще так красиво легли. Просто без толку, там нет смысла. Просто... Там даже воевать нет смысла. Мы самый мемный клан, я понял. Самый смешной клан. Один полковник, чего смотришь? Это частная военная компания, туалетная компания. Покер мир будем делать в полете, да? Слышь, ну тут сейчас открываем географию. Так, смотрим, где там Украина? Так, ага, нашли Украину. Зайти на Украину. Слушай, как меня зовут спать? Так, я сейчас за вами на Делориан залечу, пацаны. Да, чел, он тут богаче нас всех взятых. Чем мы против него будем делать? Мы не да, у него я, всего у меня вертолет появился, ура! Ребята, я на вертолете. Подожди, забери меня, забери меня, забери меня с собой. А у него ой, всего 26 ребитков, да? Подумаешь, подумаешь, да? Ну
лети, вот, за мной. Пожалуйста, блин, плиз. Ладно, значит, ко мне лети, потом забери, оденься, я вас жду. Пешком только идите. Желательно. Пешком? А на машине можно? Нет, нельзя. Я тебе сказал, просто иди к Альфе, потому что у него ПВО, он нас тупо собьет. Он нас там ждет, чили, там и как некультурные гости, и это ждем. Он ее сломал? Ёперный театр. Он ее сломал! Да, мы тоже сломал. Крам? Сломал? Что за крам? Да, он сломал. Да я вижу, я сыпал. Крам сломал. Типа для умных. А мы типа тупые. Я вам более подходчиво объяснил, что он хотел нам сказать. Так. Что я делаю сейчас на твоей базе? Сейчас, подожди, я возьму у тебя оружие там. Ну как ему нефтевышки сломали? Когда успели? А, мы да. Это десантировались очень хорошо. Так мы рядом десантировались. Да нет, это он его кто-то рейдил, походу. Бомбы. Когда? Бомбы кидали обиженные люди, как всегда. Обиженки. Я бегу к вам, погодите. Я только Альфу пробежал. Сейчас я одеваюсь только. Я уже понял, что там за фокус он творит. Уже всякие плюшки там делает. Ну че, что-то там глючом... Так он нас слышит, пацаны. Так и да. Так это понятно, так без тебя. А, кстати, да. Все верно, все верно. Что брать лучше, АВП или берет? О, подними, брат, подними. Блин, мог бы поднять. Долго бы бежать. Я врагов не поднимаю, да? Он тебя научил этой тактике, да? Вы как его вообще нашли, у меня вопрос. А? Вы как его нашли? В стриме. Слышь, брат, а как ты меня вообще нашел? Ну-ка подскажи быстренько. Мне интересно. В реке. Вартайкон стримы. А-а-а. Самый первый попался. Слышь? Че, хочешь, бери мой вертик. Че, я реально самый первый стою? Я к вам бегу. Кому бежать, к Браво или к Чарли? Не знаю, я на вертолете. Хочешь, я за тобой залечу? Не знаю, пройду. Я у Браво. Все, летите, кальфа. Ты издеваешься или что? А? Как? Тихо. Ты издеваешься? А, ПВО сбито. Да, ПВО сбито. А он жалом может убить нас, алло. Я что-то не продумал. Ой, да, жало пока нацелится. Слушай. Где? Он в бункере? Да. О. Это чей? А, это мой уже прилетел. Пускай там сидит, у него хорошая тактика там. А что если бункер сломать? Ничего. Он тебя сломает за 2 секунды. Не надо, не надо, не надо, не прыгай, если не хочешь. Я его оружие, возьми у него донатное оружие. Мы не пройдем. Фалка тяжелая, взрывной снайпер. Там написано будет. Где вы здесь? А кто стреляет? Я понял, где он. Там светки кидают! А? Светки, по-моему, кидают. Световуху. Еще одну свету. Еще. Ты взрывную. Я сзади. Свет. Беги. Может, беги. Ю-ху! А! Кто это? Это он. Он сейчас выходить будет. Берите гранату, броню. Да что вы меня домагаете? А как мы к нему зайдем, алё? Мысли? Как? А я снова не рукава. А, он отключил. Да, берите снайперки. Берите оружие, вот это советую, пропал и этот. И броньку купи, оденьте вот эту. Какое? А вот это? Блин, он меня убил, как? Что? Давно тоже. Тихо.
Да ну. Я не верю. Что не веришь? Что там? Что, может, слепо это? Излетай. Давай. Да подожди, Пушкин! Он меня убил. Он там сидит. Блин. Мы ему хотя бы какой-то урон наносим. Я тоже. Уйдите все, пожалуйста. Нет, уйди. Я не приду. Пойдет в кинотеатр. Мог бы их не убивать, бы, пожалел бы. Пожалел бы, он родил бы, да? Новичков, да? Одевайтесь у него, теперь одеваемся, у него быстрее будет. Все к нему летите. Сейчас. У него равны были. Да, хотя бы чтобы мы наравне были с ним, мы так его бы тупо не победим. Не надо. Сейчас дверь. Не надо. Нам, мы и так тебя в натуре не победим, у тебя донатка вся фу. Сейчас дверь закрою, мне нравится. Ты сейчас еще, если мне 24 возьмешь. Что я взял? Что я взял? Я, конечно, багом могу пробраться, в чем проблема, мне это не тяжело. Можно я пока полетаю, попробую мой вертолет? Я приземляюсь. Приземлись и подними меня, приземлись и подними. Подними меня. Что такое там? Не знаю, мне нравится. Для РПшек мне нравится. И что именно? Он про F-35 или это. А? Ладно, все, опробовал, хватит, пора приземляться. Может, ты за нами залетишь? Как тебе идея? А нет, вы где? Просто летите все по нему. Где сам теперь? Я не знаю. Сейчас парашют возьму, погодите. Не хочу прыгать без парашюта. Я сейчас, я прилечу с тобой сейчас. Экстремальные виды спорта, слушайте. Прыгайте без парашюта. Я приземляюсь, слышишь? Это что такое? Так, прыжки с парашютом. Ты идешь? Я уже это, улетел. В смысле? Прямо. Прыжки с парашютом. Так ты только недавно был на этом. Прыжки с парашютом, познакомься. А, ты это. Понял. Парашютисты, ВДВ. Yes. ВДВ. Я тебя вижу, я слышу. Ладно. ВДВ, ВДВ. Расплескалась синева, расплескалась. Блин, вот Дремин там хорошая такая херня. Оу! Извини, просто Дремин там хотела побыть. Больно бьет, очень. Поверь мне на слово. Я сейчас... А не проверишь, то проверь. А чего, опять его выцеливаете? Смотрите чат Факшн. Факшн чат, посмотрите. Да. Молодец, окей. Просто все, просто все. Да он стрим снайпер, он видит. Почему там пишет смысл? Да, поэтому бесполезно получается. А, у него два Моника. Ты с ним не попал! Беги! Три Моника, офигеть. Так много. Два, раз. Вы что, его там закидываете, что ли? Да. Два, три. Как вам не стыдно? Что вы делаете? Что, я тоже залетаю, что ли? Типа против нас используют. Я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу. Да, я это слышал. Сбросил? Да. Географию читай, игры рассказывай. Да хорошо. Работал. Это делать. Поднимите меня. Я сдох. Иди сюда, я сейчас кое-что попробую. А, чуть-чуть, лохп! Мог бы пощадить хотя бы. Слушай. Да. Так. Факшн чат. Он видит его, читайте вы, но не говорите мне. Савты читынулись. Ну, конечно, ты в больнице там. У него второй Моник, он все видит. Так что у него три Моника. Это бесполезно.
Главное просто не показывайте. Нет, тут, да блин, чел, куда ты с нами бороться? Слушайте, а у нас вообще есть смысл с ним бороться? В натуре. Все равно будет бить. Да. Ну, ради эксперимента интересно. Вы сколько уже против него деретесь? Какой бой? Я третий? Четвертый. Ну, нет, третий, да. Ой, я сейчас хотел сделать, Кто тут на Дориане взорвал все, намотался? Намотался на что? Да блин, подыми, пожалуйста, подыми, дай шанс хотя бы. Где? Я уже не могу летать туда. И он такой, дай я поднимусь. Дождусь их. Я не могу уже. Я уже у него. Давайте, собираемся тут. И опять. Одевайтесь. И все в здание, главное. А одеваться у кого? У него. Просто берите на... Блин, у него все, до хилища просто вот так. Хочешь... Предлагаю поставить тактики, только добавляем... Фрон. О, а мы вас хотели рейдить. Не понял. В смысле мы? Не понял. Вот это я тоже не понял, в смысле мы? В смысле? Кину. Ну чё? Он со стиков убивает! Ну конечно, ты ещё чё думаешь. Давайте все сюда думаем. Иду. Где? А у нас реально есть смысл с ним сражаться? Нет. Бесполезно. Не, нету. Келеви, не знаю, как тебе прочитать. Он говорит, что типа толпой можно загасить его. Я не знаю. Пока ты тупишь, я уже приступал. Ты его убил? Ты пока писал. У нас выбора не было. Ты долго слишком. Так, ждем, пока у нее щит пропадет. Да пускай прыгает, не трогай. Погоди, я не туда. Меня тронули. Блин. О, нифига себе. Это что было? Подними его, ты подними ему. Попробуй. Давай. Друг друга. Может получится. Жалко. Блин, не работает. Было бы смешно. Я сейчас умру, ну да. Брат, прощай. Ну видишь, у тебя... Ты-то более профессиональнее, наверное, дольше играешь, чем вот. Я еще попробую на вертолет, вот играть, но это бесполезно. Я годик примерно играю, может быть, два. Это несколько день. Длинней. Несколько диней. Диней. Теней. Да. Мы пришли в красное поле, это залетел. Понеслось 789 часов. Чё? Как самый огромный вертолет получить? Не знаю. Вот этот, получается, супер талион. Это... Там посмотри. Иди сюда быстрее. Что, куда? Сюда, в главное здание, жду. Сейчас. Ждем всех. Блин, я вот тоже хочу окраску кастомную. Все мечтаю. За тобой залететь? А этот как он? Майор, за тобой залететь? Нет, я и так... На базе ждем. Как я попал сюда? Как я
Я что знаю. Здесь не то, что на гражданке. На какой не был на гражданке. Жизнь снаружи. А что вы там делаете? Смотрим. Возьми взрывную АВП. Ай. Фига, вы что, его пушите? Да, да, мы пушим. Где? Внизу, в бункере, где еще? Ёбаный театр, я чуть не сдох. Ты сдох? Нет, чуть не сдох. Нет, пощади. Дай хотя бы так. Давай ты нас пощадишь, мы это, не будем тебя трогать, да? Волосы под смерти. Да как, убил? Алло, я далеко отбежал. Бесполезно. Сапты, сапты. Я стрим буду заканчивать, потому что время подходит уже к концу, в принципе. В принципе, время подходит. И, к сожалению, все, кто играл, я тихнул. Кроме Сакланерса. Тыщ-кащи. Тебе чел написал. Привет, у меня есть своя игра. Го потестим. На следующем стриме, на следующем, я обещаю, и каждую игру, которую вы хотите, я протестим вместе с вами. Любая ваша игра. Ого, у тебя и... тут. А? Ого, у тебя там всего. Да-да-да-да. Спасибо всем, кто был на стриме еще раз. Всем до свидания. Ждите завтра стрим. Наверное, либо по... Оху ему! Скинь мне столько тегов. А? Скинь мне все теги. В райтек, в подбор тегов заходишь и все. Мне просто лень было писать. Так, Тут на костяк и это.